Шакир, очень яркий матч получился, на ваш взгляд, за счет чего сегодня удалось вот так вот результативно сыграть по сравнению с первым матчем? Ну, во-первых, реализация большинства. И, в принципе, реализация сегодня получше была. Но, опять же, нужно доигрывать матч до конца. Несмотря сколько шайб забили, какая разница в счете. Нужно играть в свой хоккей и не давать сопернику шансов. Ну, Шакир забросил очень важную первую шайбу. Вы были заряжены на гол сегодня больше, чем вчера? Каждую игру просто заряжаемся, чтобы играть правильно. А правильные действия уже приходят. Ну, бросок вы хороший в дальнюю девятку. Отрабатываете? Ну, после тренировок остаемся, бросаем. Как, в принципе, бывает низом полетит, бывает вверх. Сегодня полетел вверх. Шакир, насколько это поражение на старте серии задело команду, зацепило и подхлестнуло? Да ни насколько не задело. Только бы еще больше мотивации стало. Сегодня уже реализация. Поговорили с ребятами, то, что нужно реализовать моменты, лезть на пятак, стоять там, перекрывать ему обзор, что сегодня пытались сделать от этого победа. Каких матчей стоит ждать в Владивостоке, учитывая некоторые сложности, да, долгий перелет, маленькая коробка? Ну, мы должны быть профессионалами. Сейчас самое главное восстановление. И уже также будем играть в хоккей агрессивно. Левое крыло. Давайте. Назовите сильные стороны адмирала. Оборона. Все. А придало ли вам... Ну, сильно. Второе место в лиге по пропущенным шайбам, что-то еще говорить. Придало ли вам какой-то дополнительной мотивации перед стартом плей-офф на Осибабене и не сбило ли это с толку тебя? Да, в принципе, долго об этом не думал. Санхсе тоже позвонили, сказали, что сейчас плей-офф. Смотри сам, когда будешь готов, на разговор выйдем. А ты стал в итоге лучшим в регулярке бомбардиром защитником команды. Можешь сказать, за счет чего? Все благодаря партнерам. Играли на команду. Ну, после уфимской части серии, после двух матчей, можно ли сказать, что командам уже нечем друг друга удивить, или все-таки у Салавата еще что-то осталось в рукаве, скажем так? Да, в сезоне с ними играли, да, 3-4 матча, по-моему. 4, да. 4 игры. Опять же, повторюсь, сейчас долгий перелет, самое главное восстановление, правильно ко всему подойти и продолжать играть в свой хоккей активно, агрессивно.